Расскажите, куда мы прибыли, какие события здесь происходили? Мы прибыли по станции в районе сахарного завода. Мы пришли сюда и здесь сложили 4 стеклянных бутылки с напалмом. Вот у нас есть макет бутылки. Предлагаю вам на нем продемонстрировать, в каком месте были бутылки, они сложные. И этой доски не было. Вместо нее было как бы свободное пространство, и туда планировалось закидывать коктейли.